Всем огромный привет! Сегодня готовлю очень вкусный и сытный завтрак. Мой муж очень любит такой завтрак, а самое главное, что это быстро. Для начала картофель нарежем кружочками. Помидор также нарезаем кружочками. Любую колбасу или ветчину нарезаем соломкой. Сыр я натираю на крупной терке. В глубокую емкость вбиваем 3 яйца. Подсаливаем, добавляем молоко и перемешиваем. На разогретую сковороду вливаем растительное масло. Выкладываем картофель. Подсаливаем, добавляем черный молотый перец и обжариваем до румяной корочки, после чего переворачиваем и обжариваем с другой стороны. На картофель выкладываем колбасу. Все это заливаем яичной массой. Сверху кладем кусочки помидоров, натертый на крупной терке сыр и присыпаем зеленью. Накрываем крышкой и готовим на минимальном огне до готовности. Завтрак получается вкусный и очень сытный. Кстати, такую вкуснятину можно приготовить даже на ужин. Это очень просто и вкусно. Пробуйте, готовьте, а я буду ждать от вас отзывы у себя в комментариях. Все, спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!